Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня, как вы уже понимаете, будет мукбанг. Это котлеты, которые участвовали в заготовке на 2 недели. Они очень вкусные, куриные, я их обожаю просто. Еще здесь у нас макароны. Сверху посыпала сыром. Получается очень классно, но в этот раз, к сожалению, макароны были не настолько горячие прям. Тогда бывает очень вкусно. Брокколи мои любимые, помидорки черри и вот такие вот мандарины любимые. Давайте приступим. Сегодня буду чисто отвечать на вопросы. Не знаю, сколько получится. У меня эта болячка до сих пор не проходит, вы представляете? Уже сколько времени? Оказывается, это у меня не герпес. Это у меня заломы из-за того, что я пью этот сильнодействующий препарат. Который мне очень помогает. Я вчера была в гостях, получила кучу комплиментов по поводу своей кожи. Она просто обалденная стала. Прыщей нету. Следы тоже максимально быстро проходят. Я просто не могу поверить своему счастью. Я настолько долго хотела избавиться от этой проблемы, что сейчас мне просто не верится, что я уже все, почти избавилась. Единственное, чего я очень сильно боюсь, прикиньте, я перестану препараты пить, и это все вернется. Вот этого я, конечно, очень боюсь, но надеюсь, что такого не будет. А так я просто счастлива. Вот здесь осталось немножко следы. А так все прям быстро проходит. Вообще, я считаю, что надо заниматься собой. Если у вас есть какие-то комплексы, не надо забивать на них. Я помню, когда у нас был подростковый период, и у нас вроде бы у всех были прыщи. С нами училась девочка, ее звали Ксюша. Точнее, она училась на год старше, то есть на класс выше. В общем, и у нее была прям угревая болезнь очень сложной степени. Огромные такие волдыри на лице. Извините, я прям в процессе поедания еды это рассказываю. И у нее конкретно на лице оставались рубцы, причем огромные рубцы, это были вмятины просто на лице. И она говорила нам, девочкам, что она говорит про эту проблему маме, а мама говорит: ничего, пройдет подростковый период. Так эти шрамы, они же не проходят. Прыщи действительно проходят, но что делать с этими шрамами? Их вообще никак. Это постоянно шлифовки. А шлифовка, на минуточку, это ужас. Возможно, я ошибаюсь. Может, я путаюсь с какой-то другой процедурой. Но есть, короче, процедура. Тебе просто обжигают все лицо специальным таким аппаратом. И получается, верхний слой кожи, он просто слазит. И типа эти вмятины менее заметно. Я когда работала в магазине техники, там у нас девочка была, она была продавщицей. И вот у нее такая проблема была. Чего она только не делала, дермапен. В таком состоянии лицо было, через что только она не проходила, чтобы избавиться от рубцов. У меня, слава богу, рубцов нету. А все потому, что у меня не было
огромных волдырей, у меня были маленькие какие-то прыщи. Но они не проходили. Они раздражали меня тем, что они не проходили. У меня есть здесь такой шрам. Это меня брат укусил в детстве. А так, в этом плане мне повезло. В общем, мама Ксюша никаким образом этим не занималась. И вот сейчас она мучается, у нее прям проблемы с кожей. Так что мой вам совет, если у вас дети, например, страдают тяжелой формой акне, обязательно обращайтесь к специалистам. Обязательно. Но вы знаете, на самом деле, вот я говорю так, а сама я несколько раз обращалась. Мне прописывали лекарства, я сдавала все анализы. Ни одного отклонения, кроме пониженного витамина D, у меня не было. Вот и что делать? Расскажу вам небольшую предысторию, как у меня появились вообще прыщи. Я пошла на чистку. У меня были черные точки. На носу и подбородке. Никогда проблем с кожей у меня в жизни не было. Даже в подростковом периоде. У всех были прыщи, я такая радостная ходила, что завидуйте. Ну, в общем, после чистки, понятное дело, у меня появились на подбородке, вообще по всему лицу, маленькие прыщи. Ну, это типа сыпь такая после процедуры. Это у многих так бывает. Я вроде не особого значения не подала. Я как-то, знаете, у меня такой чок, у меня вечно руки чешутся. Я начала все это дело выдавливать, потом стало все больше и больше сыпи. Вот, потом не только на подбородке, но еще и вот здесь вот начали появляться. И вот. Я начала сначала не обращать на это внимания, замазывать тоналкой. Потом, не знаю, там к врачу. Пошла. Врач тоже прописывает там какие-то иммуноглюканал, какие-то лосьоны, которые нифига не помогают. Вот помог реально раку там. Не знаю, насколько. Не знаю, после того, как я перестану пить, будут ли появляться у меня прыщи. Но конкретный результат я увидела только от одного препарата. Все остальное просто взять и выбросить. Я никого не побуждаю идти покупать его, там еще что-то. Это очень серьезный препарат. Обязательно нужно наблюдаться у врача. Нужно понимать все эти риски. Поэтому я, конечно, все это понимаю, но при правильной дозировке, при грамотном использовании от него пользы больше, чем вреда. Так что я очень счастлива. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Здесь был один вопрос, вообще изначально хотела на него ответить, тут начала говорить, совсем забыла о чем. В общем, здесь вопрос. Айка, если бы ты была бы мужиком, какую бы девушку ты себе выбрала? Мне этот вопрос очень понравился, потому что на эту тему я очень часто задумываюсь. Вот если бы я была бы мужчиной, какую бы девушку я себе выбрала? Это однозначно была бы брюнетка. Да простят меня все мои подписчицы-блондинки. Обязательно была бы высокая. Да
точнее, наверное, главный пункт не блондинка, а брюнетка, а главный пункт высокая. Обязательно выбрала бы девушку с идеальной кожей, чтобы она не красилась и при этом была симпатичная. Она может краситься тенями, там, не знаю, тушью, наращивать ресницы, там, блеск на губ, но только вот, чтобы тонального не было на лице. Желательно, чтобы у нее была интересная профессия, чтобы она была увлечена чем-то. Я думаю, что девушка, которая ничем не занимается, никаких интересов у нее нету. Я думаю, что мне бы она бы не понравилась. Но не факт, что такая девушка бы встречалась со мной в мужском обличье. Скорее всего, нет. Послала бы на три веселые буквы и сказала: пошел ты. Я думаю, если бы я была бы мужчиной, если бы была бы девушка, которая мне понравилась, я бы обязательно добивалась бы ее. Бабушка рассказывала, что в их время все были однолюбыми. Например, полюбил кого-то, с кем-то начал общаться, встречаться. И так далее, уже переключиться было почти невозможно. То есть человек всю жизнь помнил первую свою девушку и так далее. Сейчас люди, мне кажется, с каждым днем все это так обесценивают. И все, давай, до свидания. Часто мне в комментариях пишут, что ой, он тебя как-то прижимает, ой, расстанься и так далее. Я думаю, что появление соцсетей как раз таки повлиял на нас. Я всегда думаю о том, что поменять можно человека на другого. Но где гарантия, что новый этот человек будет полностью вас устраивать? А нет такой гарантии. А может быть еще хуже, чем предыдущий, а потом что делать? Котлетка бомба, честно говоря. Может, я не права, не знаю. Конечно, все, что не делается, делается к лучшему. Но я не сторонник того, чтобы часто что-то менять в своей жизни. Смотришь ли ты турецкие сериалы? Если да, то какой именно? Я не смотрю, потому что это отнимает ужасно много времени, сказал человек, который постоянно зависает у блогеров. Не знаю, мне проще, наверное, посмотреть какой-то ролик где-то в 10 минут, чем сериал, который длится 2 часа. А турецкие сериалы как раз-таки идут по 2 часа. Это очень много по мне. Поэтому я предпочитаю их не смотреть. Плюс еще такой момент. Сериал, как бы, он написан по сценарию. А мне такое неинтересно. В
Тут многие меня осуждают за то, что я смотрю «Дом-2». Но мне как раз-таки в «Доме-2» нравилось то, что это не сценарий. А сериал, понятное дело, ты смотришь и знаешь, что они не пара. Это просто сцены, которые сняты с сотого дубля, например. Не знаю, как у вас, у меня сразу пропадает интерес. В общем, на этом все. Я поела, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.